اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أزاتيم درجي براتيم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Когда мы изучали таухид аль-улухия, таухид в божестве Всевышнего Аллаха, мы сказали, что мы обязаны направить все наши поклонения, все виды наших поклонения к Всевышнему Аллаху всего лишь. Всего лишь Всевышнему Аллаху. И один из видов поклонения мы упомянули – упование на Всевышнего Аллаха. Упование на Всевышнего Аллаха. Дорогие братья, упование на Всевышнего Аллаха является условием имана. Упование является условием имана. Кто-то может сказать, откуда ты это взял? Я ему говорю, Всевышний Аллах в Коране говорит: «Ва аля Аллахи фатаваккалу». Тот, кто понимает арабский язык, он поймет настолько глубокие и великие эти слова. Аллах не сказал «фатаваккалу аля Аллах», уповайте на Аллаха, не сказал Аллах. Аллах сказал «Ва аля Аллахи», и всего лишь на Аллаха «фатаваккалу», уповайте. Так же, как Всевышний Аллах в Коране говорит, сурат аль-Фатиха, ияка наабуду, всего лишь тебе мы поклоняемся. Это ученые арабского языка говорят, адат аль-Хаср. То есть, когда, то есть, маф'уль бихи, или, скажем, исму, вперед вставляют, фи'лю потом, то есть, позади вставляют. То есть, ияка, тебе только наабуду мы поклоняемся. То есть, наши действия позади поставили. Это означает, только на него уповайте. И знаете, что Аллах чем заканчивает аят? «Ин кунтум му'минин», если вы являетесь верующими. Это на что указывает? На то, что упование на Аллаха является условием имана. Если вы уверующие, тогда уповайте на Аллаха. Если вы не уповаете на Аллаха, значит не верующие. В другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Вакаля Муса я кауми». «Ин кунтум амантум биллахи, фа алейхи таваккалу». И Муса, алейхиссалям, сказал своему народу: «О мой народ, если вы уверовали в Аллаха, то на него уповайте». «Ин кунтум муслимин», если вы являетесь мусульманами. То есть в двух в аятах Всевышний Аллах говорит: «Уповайте на Аллаха, если вы являетесь верующими муминами». В другом аяте говорит: «Уповайте на Аллаха, если вы являетесь мусульманами». Настолько важный пункт таухида, упование на Всевышнего Аллаха, чтобы мы знали, что все исходит только от Всевышнего Аллаха. И помощь только от Всевышнего Аллаха, и пропитание только от Всевышнего Аллаха. Ибн аль-Кайим, рахимахуллаху та'аля, говорит: «Ат-таваккулю нисфуддин». Упование на Аллаха – это половина религии. Половина религии. В другом месте он говорит: «Тот, кто уповался на Всевышнего Аллаха и нашел прямой путь, то все он получил». То есть прямой путь – это половина религии, упование на Всевышнего Аллаха – это вторая половина религии. Ибн Раджаб, рахимахуллаху та'аля, говорит:
وحقيقة التوكل سوشنا التوكل استنا توكل هو صدق اعتماد القلب على الله искренно чтобы наше сердце уповало на Всевышнего Аллаха. توكل это дело сердца. في استجلاب المصالح ودفع المضار. То есть в требовании каких-то пользы и интересов или отталкивание каких-то вреда и зла. То есть любую вещь ты должен на Аллаха уповать, что только Аллах может принести тебе пользу. И только Аллах может отталкивать от тебя зло. Мин умури дунья валь ахирати куллиха. Будь то это делах этого мира или ахира, разницы нету. Так говорит Ибн Раджаб аль-Хамбали, рахимахуллаху та'аля. Шейху ль-Ислам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, говорит: فَلِلْتِفَاتُ إِلَى الْأَسْبَابِ شِرْكٌ فِي التَّوْحِيدِ. Поворачивание на асбаб, на причины, то есть упование на этих причин, смотреть на эти причины, как будто от них что-то зависит, это является многобожием в тавхиде. Это слова Ибн Таймии, рахмаху та'аля. فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَكُونَ قَلْبُهُ مُعْتَمِدًا عَلَى اللَّهِ. Каждый раб должен уповать, его сердце должно уповать только на Всевышнего Аллаха. لَا عَلَى سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ. Ни на одну причину из причин. И мы знаем, если мы таваккуль делали бы на Аллаха должным образом, если мы уповали бы на Аллаха должным образом, то Аллах бы нас кормил бы без ничего. И на это доводе пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в достоверном хадисе говорит: если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Аллах бы вас кормил бы, как птичек кормит. Как птиц. Эта птица утром выходит голодной, вечером возвращается сытной. Это хадис пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Однако вы не уповаете на Всевышнего Аллаха должным образом. Как мы сказали, это пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит: если бы вы уповали на Аллаха должным образом, то Аллах бы вас кормил бы, как птиц кормит. Они утром выходят голодными, а вечером возвращаются сытными. И они находят свой ризг, и они кормят своих детей. Однако у них нету этого богатства, нету у них запаса. У птиц запас бывает вообще? Нет. Любой человек, пускай смотрит в гнездо птички, там он запас увидит или нет? Нету там запаса. Утром выходит, они вечером сытным возвращаются и находят ризг для своих детей, для своих птенчиков. Поэтому, и это тоже не означает, что если ты уповаешь на Аллаха, должен все причины оставить. Таваккуль на Всевышнего Аллаха, упование на Всевышнего Аллаха, это означает, чтобы твое сердце было связанным с Всевышним Аллахом, зависимым от Всевышнего Аллаха. И твое сердце должно должным образом уповать на Всевышнего Аллаха. Ни на что другое, только на Всевышнего Аллаха уповать. Маа фи'ли л-асбаби аля ваджхи ас-сахих. Дуна таксир. Вместе с тем, что ты делаешь причины должным образом, и как в шариате это дозволено. Не как попало. Как в шариате это дозволено, ты делаешь свои причины, не проявляешь халатность и полным образом уповаешь на Всевышнего Аллаха. Субханаллах, как человек может на кого-то уповать? Этот человек, на которого ты уповаешь, завтра может умереть. Или ты сам, который говорит: я на себя уповаю. Субханаллах, откуда у тебя гарантия, что через час у тебя все органы тела не будут парализованы? Есть у нас гарантия? Нет. А Аллах живой и не умирающий. Никогда не умрет. И Аллах всегда будет давать ризк. Эти асбаби, эти причины, это всего лишь кранты. Не кранты, а шланг. Отдающий ризк — это только Всевышний Аллах. Аллах дает ризк. И нельзя никогда в сердце пустить, что кто-то тебе помогает или кто-то тебе ризк дает. И далили на то, что человек должен причину делать. Всевышний Аллах в Коране говорит, обращаясь к Марьяму: «Вахуззи илейки биджизин нахляти, тусакит алейки рутабан джания». «Шевели этот стебель финикового дерева, и на тебя упадет, говорит, финики, оттуда на тебя плоды упадут». То есть, Марьям была беременна Иса, алейхиссалям, по воле Всевышнего Аллаха.
она была при родах. И Всевышний Аллах ей говорит, шевели этим крепким столбом этого дерева, и на тебя упадут плоды. Аллах же мог бы сказать, просто сама по себе, чтобы они упали сделать. Аллах мог бы это сделать. Аллах, однако, нас учит, что мы должны какие-то причины сделать, чтобы Аллах нам дал ризг. Также Всевышний Аллах в Коране говорит, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَأَعِدُّوا لَهُمْ и подготавливайте для них. Подготовку делайте, на что вы способны. مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ то, что у вас есть в силах. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ и кони. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ посредством которого вы будете устрашать своего врага и врага Аллаха. То есть эти два аята указывают на то, что мы должны делать причины. Однако эта причина не является источником помощи, источником ризка. Источником ризка Всевышний Аллах является. Эти причины сегодня могут быть, завтра они не могут быть. Это мы должны понять. Сегодня тот, кто нам помогает, завтра не станет его. Или он обанкротится. Нет у него гарантии. Мы должны уповать на Всевышнего Аллаха. Если мы будем уповать на Всевышнего Аллаха должным образом, завтра Аллах, когда у него банкрот получится, или он умрет, другого Аллах посылает тебе помочь. Или сделает причину с другим человеком. И сейчас вопрос такой. Ма хукму таваккуль аля махлюк? Если человек уповает на созданного, на творение Всевышнего Аллаха, какого хукма этого человека? Если человек уповает на Всевышнего, на созданного в тех вещах, которые он не может тебе делать, то есть уповает на человека, чтобы он дал тебе то, что не в его силах, то, что Аллах ему не дал, чтобы он спас его в судный день, или на сираты, или простил грехи, или ввел в рай, или дал тебе детей, или что бы ни было, то, что человек не может делать, это является большим ширком, и человек выходит из ислама. А если человек уповает на человека в тех причинах явных, которые мы видим, в тех вещах, которые Аллах ему дал силу что-то сделать, если человек уповает на него, или то же самое на себя, сегодня Аллах дал тебе какую-то причину зарабатывать или что-то делать, ты на себя уповаешь, или на какого-то правителя, или там своего родственника, или на бизнесмена, на них, если ты будешь уповать, это является малым ширком. Валиаду биллях. Из-за того, что этот человек не выходит из ислама, это не означает, что это легкая вещь. Это ширк, малый ширк это. И каждый человек, который подумал, что он может на себя уповать или на кого-то уповать, а затем на Аллаха, этот человек должен тавбу делать. Это большой грех. Даже сказать, я уповаю на Аллаха и на тебя даже нельзя сказать. Я уповаю на Аллаха и на тебя нельзя сказать. Я уповаю на Аллаха и на себя нельзя сказать. Пророк учил нас, как нужно сказать. Я уповаю на Аллаха, а затем на тебя. Чтобы указывая на то, что все исходит от Всевышнего Аллаха, а ты всего лишь причина. Сегодня можешь быть ты, завтра не можешь. Вот такая должна быть у нас акида. Если у нас такая акида будет, Аллах нам даст пропитание, откуда бы мы ни думали. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ Тот, кто боится Всевышнего Аллаха, Аллах сделает ему выход. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ И даст ризки, откуда он сам не думал. А это откуда приходит, дорогие братья? Это же не от тебя приходит. Много бывает, что ризк приходит, откуда ты сам даже не подумал. Это просто, это вкусит тот человек, который уповал на Всевышнего Аллаха, и он видит в этом знамения и муджизаты. Это только он поймет. А тот, кто не понимает, у него в имане слабость есть. Он должен таубу делать от этого и приучать свое сердце уповать только на Всевышнего Аллаха. А затем, дорогие братья, мы продолжаем наш урок по книге «Аль-Ваджиз фи акидати саляфи салих» ли шейх Абдалла ибн Абдул-Хамид аль-Атхари. Сегодняшняя наша тема является «Мауқифу ахли суннати валь-джама'а миналь бид'ати ва ахли л-бид'и валь-ахва». Позиция ахли сунны валь-джама'а от нововведения и от нововведенцев. И последователей своих страстей. Какова должна наша позиция должна быть по отношению к этому?
Во-первых, Ахлю Сунна валь Джамаа, из основ Ахлю Сунна валь Джамаа, то, что мы должны ненавидеть этих нововведенцев. Мы должны ненавидеть их. У нас должно быть неприязнь к этим людям. Тем людям, которые внесли в религию то, что не было в религии. Тем людям, которые добавили на религию после того, как она была полноценной. И этим мы должны приближаться к Всевышнему Аллаху. Тем, что мы оставляем их подальше. Тем, что мы порицаем их. Тем, что мы салам не даем им. Этим мы приближаемся к Всевышнему Аллаху. Мы не любим их, мы не дружим с ними, мы не сидим с ними. Мы не смешаемся с ними. Мы сохраняем свой слух и свое зрение от этих людей, для того, чтобы они не бросали в нас сомнения и васваси от шайтана. Также Ахлю Сунна валь Джамаа видит, что выяснять их положение, разъяснять людям, что эти люди являются заблудшими, эти люди находятся на заблуждении, это является ваджибом, это является обязанностью каждого мусульманина. Где бы ни было нововведения, где бы ни было заблуждения в религии, каждый мусульманин должен это выявлять и людям объяснять, вот здесь этот человек нововведение делает, этот человек является нововведенцем и заблудшим. Это является частью амру биль маруф ва нахью анил мункар. Мы же должны, когда видим что-либо порицаемое, порицать это. Или когда мы видим, что оставили поклонение Всевышнему Аллаху, мы должны побудить к этому. Также мы должны делать насиха для Аллаха и для его книги, и для пророка, и для правителей, и для мусульман в общем. Для мусульман в общем из насиха является, когда ты выявляешь нововведение и объясняешь людям истину. Пророк, саллиллаху алейху вассалям, говорит, любой из пророков, который был послан до меня, у каждого пророка были, говорят, определенные сподвижники, которые его поддерживали. Близкие люди его. Они держались за его сунну и следовали за его велением. А затем приходили после них определенные люди, которые говорили то, что они сами не делают. И делали то, что им не было приказано. То есть придут люди, которые будут делать то, что им не было приказано. Не пришло веление ни в Коране, ни в Сунне, ни сподвижники не делали, ни табиины не делали, они делают. Пророк сам говорит, такие люди бывали. После каждого пророка они были. И после меня они будут, имеется в виду. فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Тот, кто воюет с ними своей рукой, он мумин. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Тот, кто воюет с ним своим словом, он мумин. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ. Тот, кто воюет с ними своим сердцем, он мумин. И после этого нету из имана, даже как пылинка не остается уже имана. Если даже сердцем человеку не ненавистно, это бид'а, и нововведение, и нововведенцы, у него не осталось никакой ненависти к этим людям. И не осталось, как сказать, ревности к религии своей, у этого человека уже имана нету в сердце. Также пророк, саллиллаху алейху салям, говорит, «Моей умме будут люди, которые будут вам рассказывать то, что вы не слышали». То есть то, что не было в Коране, не было в Сунне, они будут вам рассказывать то, что вы не слышали. Ни вы слышали об этом, ни ваши отцы не слышали. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Подальше оставьте этих людей. То есть те люди, которые в религии говорят то, что не пришло ни в Коране, ни в Сунне, ни у сподвижников табиину, у саляфов, у которых не было вещи, если рассказывают он в религии, подальше оставьте этих людей. Ахлю Сунна валь Джамаа говорят, что бид'а это любое убеждение или поклонение, которое Всевышний Аллах и его посланник не узаконил в шариате и в религии. То есть Всевышний Аллах не приказал об этом. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не приказал об этом. Будто это поклонение или убеждение, это является нововведением, это бид'а. Определение бид'а каково? «Ма ухдита фиддини» – то, что было введено в религии. بعد الكمال после того как оно было полноценное. Всевышний Аллах в Коране говорит: "Алиума акмальту лакум динакум". Сегодня я вам завершил вашу религию. После того как она завершилась, приходят люди и вводят в религию то, что не является из религии. Мин тариқатин мухтараатин. Любое дело, любой путь, который было придумано, тудахи аш-шариата аль-гарра, который похожа на чистый шариат. То есть она не бывает вещью, которая чуждая. То есть если она была бы не была бы похожа на религию, любой человек сказал бы: это ты что делаешь, ты глупый человек.
Если кто-то пришел бы и об стенку головой ударил бы и сказал бы это поклонение Аллаху, ему сказали бы каждый человек, что он глупый. Не это беда. Беда бывает, которая вещь, которая не была в шариате, ввели в шариат, и она похожа на шариат. Возьмем пример. После азана, азан кричит человек даже, после азана, что он, так же как азан, начинает кричать салават на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Это же похоже на религию. То есть азан тоже кричит, он хайя аля салля, и в конце говорит, Аллахумма салли аля Мухаммад, кричит салават. Кто это тебе сказал, чтобы ты кричал после азана салават? Разве Аллах это сказал? Или разве пророк это сказал? Разве сподвижников ты от них передал, что они кричали салават после азана? Нет. Значит, это беда. То есть, эта беда бывает похожа на религию. И какова у них цель бывает? Они тоже, у них не бывает цель разрушить религию. Бикасти таабуд. Они тоже хотят этим поклоняться Аллаху. Ваттакарруби иля Аллахи табарака ва тааля. И приблизиться к Всевышнему Аллаху. То есть, какова получилась у нас термин бид'а, это то, что было придумано и введено в религии после того, как оно было завершенным. И она должна быть похожа на религию. И в этом и есть ее проблема. Она похожа. А что плохого в том, что я поминаю Аллаха? А что плохого в том, что я два раката сунну сделал? А что плохого там чтение Корана в каком-то месте? И так далее. И последнее, с целью приблизиться к Всевышнему Аллаху. Это является нововведением. Будто это касается убеждений или поклонений. Бид'а не ограничивается в убеждениях, она бывает и в поклонении. Бид'а противоположен сунне, как мы говорили и раньше. Бид'а противоположен сунне. Сунна это является прямым путем и является успехом, и является спасением. А бид'а является запрещенным и заблуждением со всеми его видами. Любая беда в религии, оно заблуждение. И оно приводит человека в ад. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейху салям, сказал, держитесь за мою сунну и сунну моих хуляфа ур-рашидин, хватайтесь за нее, кусайтесь за коренными зубами за нее. Ва ияку мухтататиль умур. Подальше оставьте новшество в религии. Поистине, каждое новшество – это нововведение, а каждое нововведение – это является заблуждением. И в риваяту насаи пришло и каждое заблуждение в аду. Ахлю сунна валь джамаа делят бид'а на две части. Хотя оба заблуждения. Они делят бид'а на две части. Бид'а в убеждениях и бид'а в поклонении. Бид'а в убеждениях, она хуже, чем бид'а в поклонении. Хотя она оба является заблуждением. Бид'а будто в убеждениях или словах. Это первое. Как, например, убеждения всяких сектантов, как джахмитов, мутазилитов, кадаритов, рафидитов и так далее, это является нововведением в убеждениях. Бид'а в поклонении, как поклоняться Всевышнему Аллаху тем, что Аллах не приказал тебе. Как мы и сказали. После азана читать салаватку громко. Или, например, на могиле читать Коран 7 дней или 40 дней, собираются утром и вечером и так далее. Это чтение Корана, конечно, поклонение. Однако никто тебе не приказал, чтобы ты пошел на могилу мертвого и неделю или 40 дней утром и вечером Коран читал. То есть делится бид'а на две части. Бид'а в убеждениях и словах и бид'а в поклонении Всевышнему Аллаху. Также убеждение Ахлю Сунну валь Джамаа, как я сказал, бид'а является заблуждением и запрещенным, какого вида она ни была бы. Разницы нету. Потому что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, «Ман ахдата фи амрина хаза ма лейса минху фахуа рад». Любой человек, который придумает в этой религии то, что не было из этой религии, это будет отвергнуто, не будет принято. Что бы это ни было, любая вещь, «Ман ахдата фи амрина шай'ан», «Амран», да, что бы это ни было, это будет отвергнуто. Кто-то может сказать, я ее не придумал, я ее не ввел в религию. Этому тоже есть ответ. «Ман амиля амалян лейса алейхи амруна». Тот человек, который сделает какое-либо дело, на которое не было моего приказа, «фахуа рад», это тоже будет отвергнуто. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, говорил, «фа инна хайра аль-хадити китабу Аллах». Поистине, лучшие из речей – это речь Всевышнего Аллаха. «Ва хайра аль-хади хадию Мухаммадин, саллиллаху алейхи ва саллям». Лучшие из путей – это путь Мухаммада, саллиллаху алейхи ва саллям. «Ва шарра аль-умури мухдафатуха». Наихудшие из дел
нововведенные. И каждое нововведение – заблуждение. Также бид'а есть на уровне. То есть, хотя бид'а все является заблуждением и запрещенным, все равно бид'а тоже на уровнях. Из видов бид'а есть, который выводит человека из ислама. Бид'а мукаффира называется. Бид'а, который посредством этого человека становится кафиром. Это ширк или куфр, ясный. Это может быть и в убеждениях, как некоторые джахмиты говорили, отрицали все сифаты Всевышнего Аллаха. Это куфр. Как бид'а мутазилитов, которые говорили, что мы не увидим Всевышнего Аллаха, что Коран создан, это не речь Аллаха. И в поклонениях тоже бывает. Как обход возле могил, или взывание к мертвым и так далее. Это является бид'ай мукаффира, который выводит человека из ислама. Есть у нас бид'а, который является грехом и заблуждением, однако не выводит человека из ислама. Например, как строение на могил. Например, как намаз делать возле могилы, или там, где могила находится, или дуа делать там, где могила находится, не к нему, а к Аллаху возле могилы, например. Или то, что мы упомянули. Много бид'а есть. На намаз становится человек и начинает «Куля аузу бирабби нас» читать, «Аманту билляхи» то читает, еще что-то читает, потом только говорит «Истау» и намаз заходит. Это кто тебе сказал, что это сделать? А что в этом плохого, то, что я «Аманту билляхи» читаю? Что плохого, то, что «Куля аузу бирабби нас» я прочитал? Я тоже скажу, что плохого перед каждым намазом хутбу читать? Есть в этом плохого что-либо? Напоминание людям. Хама читает, становится и хутбу читает, потом намаз делает. Каждый намаз. Есть в этом плохого что-нибудь? Ничего плохого нету, кроме того, что не приказал это нам Аллах. Это является нововведением в религии и заблуждением. И подобные много вещей есть, которые распространены в наше общество. Также Ахлю Сунна валь Джамаа убеждены, что основы нововведений есть пять. То есть это имеется в виду в убеждениях. Хавариджи, Равафиды, Джахмия, Кадария, Мурджиа. Это основные, которые после того, как ислам был чистым, первые секты, которые появились, и заблуждения, и нововведения в религии, которые появились. И потом от каждого течения и секты делились на разные секты и на разные течения. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорит, хадисы, которые передал имам ат-Тирмизи, достоверном хадисе. Тафтарику уммати аля 73 милля. Моя умма разделится на 73 течения и сект. Куллюхум финнар илля миллятан вахида. Все они будут в аду, кроме одной милля, кроме одной течения и религии. Спросили, это что за религия у посланника Аллаха? Посланник Аллаха сказал, ма ана алейхи ва асхаби. Это то, на чем я нахожусь и мои сподвижники. Субханаллах, каждый человек должен думать перед тем, как сделать это поклонение. На этом поклонении был ли пророк? Был ли его сподвижник на этом поклонении? То есть делали ли это поклонение пророк и его посланник? Не делали. Зачем тогда делаешь? Нету гарантии у тебя, что ты спасешься этим поклонением. А есть гарантия, если ты будешь делать поклонение, которое пророк делал и сподвижники делали, есть гарантия, что спасешься. Зачем тогда придумывать в религии что-то? Не говоря о другом, просто каждый человек должен думать, перед тем, как сделать какое-либо поклонение, делал ли это пророк? Сподвижники делали ли это? Они же были самыми наилучшими людьми. Кто может быть лучше, чем пророк, саллиллаху алейхи ва саллям? Пророк же сказал в одном хадисе, я являюсь самым знающим в религии и самым богобоязненным. Поистине я пощусь и отпускаю. И поистине я встаю на ночь на намаз и сплю, и я женюсь на женщине. То есть он является самым богобоязненным, он является самым знающим в религии. Если он не сделал это поклонение, зачем тебе это нужно? Не нужно нам это. Мы не можем выполнить то поклонение, которое Пророк сам нам приказал. Все суннаты, все азкары, дневные и ночные, все это мы не можем выполнить. Приходят и еще от себя тоже придумывают, субханаллах. Ученые говорили, если человек от себя что-то возьмет на себя, то, что не приказали ему, из бид'а, а если он возьмет что-то на себя, столько же он скинет с себя из сунны пророка саллаллаху алейхи ва саллям.
Это ясная вещь. Если человек рассчитан, чтобы он тащил 40 килограмм, и есть все, что ему нужно в этом 40 килограмме, весь мешок его, все, что ему нужно в этом 40 килограмме, помещается. И больше он не может таскать, поэтому сделали таким 40 килограмм ему. Он находит на дороге что-то, а это тоже может пригодиться мне. Закинул весь мешок. Валлахи, этот килограмм он закинул из лишних вещей. Он из тех вещей, которые ему необходимы, он выкинет килограмм потом. Почему? Потому что 41 килограмм он не может таскать. Также пророк саллаллаху нам показал сунну, религию, которую мы можем таскать. Если мы будем на себя взять то, что нас не поставили, мы будем из сунны оставлять. В Аллахе этому есть много примеров. Один пример расскажу вам. Я был еще маленьким, 16-17 лет было мне. И, альхамдулилля, я понял в это время, 15-16 лет, я понял, начал понять сунну, бид'а, что такое и так далее. И у нас ада была, перед тем, как пойти на ид-намаз в праздничный день, надо пойти в кладбище и читать кулху для мертвых. Кулху это определенные суры, которые читаются на кладбище. После утреннего намаза отец разбудил меня на утренний намаз. И встали, потом искупались, оделись, там, готовимся пойти на праздничный намаз. И отец говорит, пошли на кладбище. Чтобы, я же красиво читаю Коран, чтобы перед ним поставить, чтобы я читал Коран, они послушали. Я сказал, я не иду на кладбище, это является бидай. Обиделся на меня отец очень сильно. И поругал, и ушел. А я пошел на праздничный намаз. Они пошли бидай делать. Они взяли на себя бидай, который пророк не приказал, сподвижники не приказали, имамы не делали. Они пошли на кладбище бидай делать и опоздали на праздничный намаз на сунну. Поняли вы, как бывает? Взял на себя бидай, сунну пропустил. Я из праздничного намаза вышел, на годикане стою там, отец ко мне звонит, иди домой, говорит, что перед нами праздничный намаз делать. Я потом им сказал, вот видите, вы на бид'а пошли и пропустили сунну. В год два раза только делается эта сунна. Саляту Идиль Адха, саляту Идиль Фитр. Взяли на себя то, что Аллах не приказал их, и пропустили то, что Аллах приказал. Фасалли ли Раббика ванхар. Сделай Аллаху намаз и потом порежь свое это жертвоприношение. Это приказ Аллаха, чтобы Эйд-уль-Фитр сделали, Эйд-уль-Адха сделали. И вот так это бывает, дорогие братья. Также, дорогие братья, любая новая вещь, которая не противоречит ни Корану, ни Сунне, ни Пророку, ни Иджма'у, это не является бидай. То есть любая вещь, которая не противоречит ни Корану, ни Сунне, ни Иджма'у, это не является бидай. Например, как печатать Кораны. Это не является бидай. Эти нововведенцы, когда они начинают спорить, они говорят, во время пророка тоже не было Корана собрано. Собрали же после пророка Саслам. Во время пророка не было печатано Коран, мы же печатаем их. Во время пророка не были медресе, мы же медресе. Во время не было институтов, институт. Субханаллах. Это, во-первых, не касается религии. Это является из вещей, если мы их не сделаем, мы пропустим ваджиб. Распространение Корана ваджиб? Ваджиб. Без ее печатания, тиражирования, как мы можем распространить Коран? Это правило в шариате. «Ма ля ятимму ваджибу илля бихи, фахуа ваджибун». Та вещь, посредством которого только исполняется обязанное, эта вещь тоже обязанная. Это не бид'а. И это не противоречит Корану и Сунне. Также эти вещи, стол придумали, говорят там, кран придумали или так далее. Это мирские вещи, никакое отношение к религии не имеют. Сколько хочешь придумывай, будь нововведенцем в мирских вещах. Каждый день изобретай новые вещи, проблем нету, брат. Но в религию оставь, как пророк к нам принес. Также, дорогие братья, есть разница между тем, кого назвать мубтадиам, какое отношение должно быть к мубтадиам. Мы не говорим один и тот же хукм на мубтадиу. От одного человека к другому она меняется, этот хукм. Смотря на его бид'а и смотря на его положение. Если бид'а его выводящая из ислама, конечно, к этому человеку другое отношение. Если бид'а, который не выводящий из ислама в акиде, к нему другое отношение. Если бид'а в поклонении, которое не касается акиды, другое отношение.
Например, незнающий человек, или который толкует тексты Корана или Сунны иным образом, к нему другое отношение. А тот человек, который знает, все равно призывает к этому человеку другое отношение. Аль-Алим Аль-Мучтахид, ученый человек, который сделал ичтихад, ошибся. К нему другое отношение, мы говорим, пусть Аллах ему простит. А тот человек, который знает, что он ошибся, следует за этим человеком и распространяет беда, к нему другое отношение. То есть, каждому свое положение в исламе. Под один размер всех нельзя косить. То есть, у каждого свой размер есть. Например, тот человек, который делает беда и скрывается у себя дома делает, к нему другое отношение. А тот человек, который перед людьми делает и призывает еще сверх этого к этому беда, к нему другое отношение. И так далее. Почему? Потому что тот человек, который перед людьми делает беда и призывает к этому беда, его вред исходит и к людям, переходит к людям. А тот человек, который делает беда и у себя дома сидит, он себе зульму делает. Это разные моменты. Ахлю сунна валь джамаа относятся к ахлю бида, простым ахлю бида, аваммам, которые мукаллида, следуют за другими. Они сами не могут доказать что-то, или там доказывать, или там придумать от себя что-то. Мы помилуем этих людей. Мы относимся к ним с милостью. Как доктор смотрит на своего пациента, вот таким образом мы на них смотрим. Мы дуа делаем, чтобы Аллах их направил. Мы желаем, чтобы они следовали за сунной пророка, саллиллаху алейху салям. Мы разъясняем им истинный путь хикмой, мудростью и правильным наставлением, и добрым наставлением, чтобы они сделали таубу от своего бида и вернулись к истине. У ахлюль бида, у нововведенцев есть определенные признаки, по причине которых мы различаем, это ахлюль бида, это ахлю сунна. Первый признак нововведенцев – это джахль. Невежество. Невежество ахкамов шариата, невежество целей шариата. Они не знают это. Они просто закрытыми глазами следуют за кем-то. Это признак нововведенцев. Невежество – признак нововведенцев. Если ты тоже избрал для себя невежество, ты тоже похож на нововведенцев. И не стараешься познать свою религию, и не стараешься приумножить свои знания в религии, не ищешь знания, ты тоже похож на нововведенцев. Они смотрят на религию не как на полноценную, завершившуюся религию. Они смотрят на религию, как будто она что-то не хватает для религии, и он должен что-то от себя добавить к религии. Вот такой у них взгляд на религию. А взгляд на религию должен быть, что она полноценная вещь. Даже точку туда поставить не оставили. Из признаков Ахлюль Бида, то, что они не следуют, не покоряются текстам Корана и Сунны. Ему говорят, Аллах так сказал, он что-то против найдет, что-то сказать. Ему говорят, пророк сам так сказал, он скажет что-то против. Нет у них полной покорности текстам Корана и Сунны. Также из признаков Ахлюль Бида является приближение к Всевышнему Аллаху тем, что Аллах не приказал. Умничают в религии Всевышнего Аллаха, придумывают от себя что-то, чтобы этим приблизиться к Всевышнему Аллаху. Из признаков Ахлюль Бида является разделение общины, отделение от Ахлю Сунна валь Джамаа, оставление джамаата, отделяться от джамаата. Также споры и следование за своими страстями. Также из признаков Ахлюль Бида является, они разум предпочитают, чем тексты Корана и Сунны. Ему говорят, Аллах так сказал, они говорят, по логике так не получается. То есть разум, они предпочтение дают разуму над Кораном и над Сунной. Также из признаков Ахли Сунна Джамаа невежество в Сунне. Они не знают Сунну, они не знают хадисы, они не читают хадисы, они не знают достоверные от слабого. Им без разницы это. Также из признаков Ахли Бида является ссылание на недостоверных и ложных хадисах. То есть они не различают достоверный, ложный. Пророк сказал, хватает для них это. Даже если на стену найдут, пророк сам сказал так, это тоже берут они. Это из признаков Ахлюль Бида. Также опровергают достоверные хадисы, если это не соответствует ихним страстям и ихним нововведениям. Даже если это будет в Бухари, даже если это будет в Муслиме.
Также из признаков Ахлюль-Бида является проявление чрезмерности при увеличивании людей, то есть уважении людей. Они начинают уважать людей и поднимают их с их места, уже доводят до макама божественного или там до макама пророческого макама доводят людей, если это их ученые или их устазы и так далее. Также из их признаков является следование за адатами. Это тоже из признаков Ахлюль-Бида. По нашим адатам так не получается, говорят, когда им Куран и Сунну говорят. Также чрезмерное усердие в поклонении. Нужно это делать, не нужно, разницы не бывает. Чрезмерное усердие. Даже если там ложный хадис найдет, что нужно там 20 ракаатов после Магриба делать, они встают после Магриба это делать. Не смотрят, это Сунна или не Сунна. Пришло далиль на это или не пришло. Также из признаков нововведения является то, что они называют Ахли Сунна всякими именами. Ярлыки вешают на Ахли Сунна. И противоречат тем людям, которые доносят до людей Сунну Пророка, саллиллаху алейхи салям, издеваются над ними, пренебрежность проявляют к этому. Также из их признаков является без довода такфир делать своего оппонента. Вот это признак мубтадиу. Без довода обвинять в неверии своего оппонента. Мы должны быть осторожны, чтобы мы тоже не попали в этот признак мубтадиу. Чтобы мы из-за своих страстей, из-за своих эмоций, из-за своей ненависти, чтобы мы не обвиняли своего оппонента в неверии. Нельзя зульму делать. Надо каждому человеку свое право дать. Как Всевышний Аллах в Коране говорит, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. Пускай вас не заставляет ненависть к какому-то народу, чтобы вы поступали несправедливо. Будьте справедливыми, это ближе к богобоязненности. То есть мы должны быть справедливыми. Хотя они наши оппоненты, они нам противоречат, мы должны справедливую оценку дать. Из-за того, что они нам такфир делают, мы не обязаны им такфир делать. Также и последний признак Ахлюль-Бида, то, что они требуют помощи у правителей и у власти против Ахлюль-Сунна валь-Джамаа. Это их признак. Это находится в наших оппонентах, которые бида делают из числа суфиев и других, или шиитов и так далее. Также этот признак на сегодняшний день появился так называемых Ахли Сунна валь Джамаа из числа мадхалитов и мурджиитов. Они тоже просят помощи у своих властей или там правителей и так далее против Ахли Сунна валь Джамаа. Издают их и так далее. Это признак мубтадиа. Если он не был бы на беда, если он на истине был бы, он не нуждался бы в помощи правителей или там власти. Наши ученые Ахли Сунна валь Джамаа из числа салифов много усердий дали для того, чтобы противостоять этим нововведениям и этим сектам и этим заблуждениям. Имам Ахмад рахмаху тааля говорит: «Лайса фид дунья мубтадиун илля вахва юбгиду ахля хадис». Нету в мире мубтадиа, то есть нововведенца, кроме как он ненавидит ахлю хадис. То есть ученых хадиса они ненавидят. Почему? Потому что хадис приходит, их беда уходит. Они боятся хадиса. فإذا ابتدع الرجل, когда человек делает беда, نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Сладость хадиса снимается с его сердца. والعياذ بالله. Не дай Аллах, чтобы сладость хадиса Аллах снял с наших сердец. Имам Абу Хатим ар-Рази рахимахуллаху тааля говорит: из признаков Ахлюль-Бид'а является порицание Ахлю Сунны, Ахлю Хадис. И из признаков зиндиков является то, что они называют Ахлю Хадис хашавитами. То есть один из ярлыков было на то время, как в наше время говорят ваххабисты, экстремисты и так далее. На то время тоже был такой же ярлык, который вешали на Ахлю Сунну валь-Джамаа, хашавиты. Если человек называет Ахлю Сунну хашавитами, говорят, это признак того, что это человек зиндик. Они почему? Зиндик — это тот мунафик, который хочет разрушить религию. Почему? Потому что они этим хотят разрушить Сунну. Если они порицают тех людей, которые носят на себе Сунну, которые доводят до людей Сунну,
Это означает, что они хотят разрушить сунну. И признак джахмитов, то, что они называют ахли сунну мушаббихами. Признак джахмитов, то, что они на ахли сунну говорят, что они уподобляют Аллаха на создание. Это наш адрес, мы сколько эти ярлыков сегодня тоже слышим. Называют муджассимами, что мы даем Аллаху тело, говорят, у Аллаха тело, или там уподобляем Аллаха на его создание, валиязу биллях. Признаком кадарита является, говорит он, то, что они называют нас муджаббира или джабрия. То есть кадариты кто такие? Это те люди, которые отрицают предопределение Всевышнего Аллаха. Когда мы говорим, Аллах предопределил каждому человеку, куда он попадет и так далее, они говорят, вы являетесь джабрия. Что означает? Вы говорите, как будто Аллах заставляет нас все делать. Нет у нас выбора. А на самом деле ахли сунна не джабрити. Джабрити отдельная фирка, секта из джабрити. Мурджиити называют ахли сунна валь джамаа мухалифа, противоречат сунне, нуксания и так далее. Всякими именами они называют. Рафидити называют ахли сунну навасиба, как будто они против ахлюль-бейт встали. Насиба — это те люди, которые против встали ахлюль-бейта. И потом он говорит, «Валя яльхаку ахли ссуннати илля смун вахид». Однако не клеится к ахлю сунне, кроме как одно имя. Это ахлю сунна. «Ваястахилу ан таджма'ахум хазихи ль-асма». И не может быть, чтобы ахлю сунна было и джахмитами, и кадаритами, и джабритами. И... Не может же быть такое. То есть джабрити нас называют кадаритами, кадариты нас называют джабритами. Как может быть один и тот же человек джабритом и кадаритом? Говорит, что Аллах нас заставляет все делать. Также говорит, Аллах даже не знает, что мы будем через час делать. Это вообще разные секты. Эти тоже нас обзывают, эти тоже нас обзывают. Как может быть один и тот же человек противоречивым друг другу? Такие слова очень много у Ахли Сунна валь Джамаа. Имам Аль-Барбахари, рахмахуллах, говорит, если ты услышишь человека, говорит, кто-то мушаббиха, то есть уподобляющий Аллаха на его создание, знай, что этот человек джахмит. То есть уже обвини этого человека, что он джахмит. Если ты услышишь кого-то, он говорит, кто-то насибит, знай, что этот человек рафидит. Если ты услышишь, что, субхан, это тоже очень важный признак ахль-бида. Ва ин самита ар-раджуля якулу, если ты услышишь человека, который говорит, такаллам бит-таухид, вашрах ли ат-таухид, говори мне про таухид, разъясни мне таухид, фа'лам аннаху хариджийюн му'тазили, знай, что этот человек хариджит и му'тазилит. Субханаллах, некоторые люди есть, сколько бы им про акиду не рассказывали, все равно говорят, про тавхид говори, про тавхид говори. Больше ничего не будет на его... Этот, как будто больше ничего в религии нету, кроме тавхида. Я их 100 раз разъяснили тавхид, что до конца смерти на каждой лекции тавхид, тавхид что ли надо говорить? Валлахи, это удивительная вещь. В институте преподаю я акиду, тавхид объясняю людям. На восточной мечети тавхид лекции, серию лекции сделал. На которой серию лекции тавхид делал акиду. Здесь про тавхид говорю, все равно говорят, он про тавхид не говорит. Тавхид, расскажи нам. Это кто такие был? В селе, в центральной мечети про тавхид лекцию делал. Медресе детям про тавхид лекцию делал. Всегда лекции у меня тавхид будет. Акиду лекции только даю. Кроме того, что Булугуль Марам сунну, потому что сунну тоже надо разъяснить людям. И тафсир уроки начал. А все остальные лекции у меня только про акиду. И еще говорят, Абу Исхак акиду не объясняет, тавхид не объясняет. Они против тавхида. И также он говорит, если ты услышишь человека, который говорит про иджбар, то есть мы заставлены, нет у нас выбора, или кадариты, которые говорят, все в наших руках, ничего не контролирует Аллах, ты знаешь, что этот человек кадарит. Почему он говорит? Потому что эти все имена являются нововведенными, которые придумали Ахлюль Ахва и Валь Бида. Они придумали эти имена. Один раз к имаму Ахмаду, рахмаху та'аля, подошел человек и сказал, в Мекке есть человек, которого зовут Ибн Кутейля. И он говорит, мухаддиси – это плохие люди. На то время были люди, которые говорили, асхабу ля хадис, каумусу говорили. Мухаддиси – плохие люди. Имам Ахмад, рахмаху та'аля, встал и начал встряхать свою одежду и говорил, зиндик, пока не зашел в свой дом. Этот человек еретик. Это человек мунафик, который разрушает религию. Валлахи, это ненависть к ахлю хадису, ненависть к мухаддитам, это опасное положение у этого человека. Также из вещей, которые мы должны знать, что мы должны любить тех людей, которые приверженцев сунны пророка, саллиллаху алейхи ва саллям.
мы должны ненавидеть приверженцев нововведения и бид'а, и заблуждения. Мы должны любить пророка, саллиллаху алейху салям. Мы должны любить сподвижников пророка, саллиллаху алейху салям. Саляфов, таби'инов, которые были приверженцами сунны пророка, саллиллаху алейху салям. Также мы должны ненавидеть и проявлять непричастность к ахлюль бид'а, которые изнутри разрушают религию Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейху салям, сказал: «Аль-мар'у ма'а ман ахабба». Человек будет с тем, кого он полюбит. Если мы любим мубтадиа, мы с ними будем. Если мы будем ахли сунна, любить их, мы будем с ахли сунны. Остаются два вопроса касательно бид'а. Положение намаза за ахлюль бид'а. Коротко сказать позиция ахли сунны валь джамаа в этом вопросе, как это пишет Шейх Абдуллах ибн Абдул-Хамид аль-Атари, он говорит: во-первых, инна ас-салата ла таджузу хальфа кафирин ва муртаддин биль иджмаа. Намаз нельзя делать за кафиром и муртаддом, это единогласное мнение ахли сунна валь джамаа. Это один. Второе: не делать намаз за тем человеком, который ты его акиду не знаешь, это является бид'ой, который не говорил ни один из имамов Ахли Сунна валь Джамаа и Саляфу Салих. То есть, что означает это? Это означает, вот ты заходишь в мечеть, и перед ним стоит имам. Из-за того, что ты не знаешь его акиду, ты не хочешь за ним намаз делать. Это является бид'ой. Кто бы там перед ним стоял, если ты не знаешь за него плохое, или за него ширк, или бид'а, тебе можно за ним намаз делать, и нужно намаз делать. Тот человек, который воздерживается делать намаз за тем человеком, кого акиду он не знает, это человек заблудший. Поняли? За кафирами и муртадом намаз делать вообще нельзя и не считается. Второе. Не делать намаз за тем человеком, кого акиду не знаешь, это тоже является заблуждением. Мы делаем намаз за каждым человеком, который мы находим впереди, пока не знаем за него беда или ширк. Для нас это человек мусульманин, для нас это человек чистый, пока мы не знаем за него что-то иное. И третий вопрос. Аль-аслу ан-нахью ан-ниссалати хальфа аль-мубтадиа. Основа – запрет намаз делать за мубтадиами. Основа – запрет намаз делать за нововведенцем. Причина, цель – такбихан ли бид'атихи ва танфиран анху. То есть, показывая людям мерзость его бид'а и отпугивая людей от него. Вот цель. فَإِنْ وَقَعَتْ صَحَّتْ. А если вдруг сделали, намаз считается. Поняли? То есть, основа, мы не делаем намаз за мубтадиами. Не из-за того, что намаз не считается за ним. Намаз считается, потому что мы их не считаем кафирами, муртадами. Основа, за ним можно намаз делать. То есть за ним считается намаз. Однако запрещается делать намаз. Почему? Чтобы люди не последовали за ним. Чтобы показать людям мерзость его бида. Чтобы отпугивать людей от него. Чтобы за ним намаз не делали. Чтобы его не слушали из-за его бида. Пока будешь бида делать, мы не будем за тебя намаз делать. Чтобы он оставил свою бида. Это цель того, что мы не делаем за ним намаз. А если вдруг такое положение получилось, что ты сделал за ним намаз, намаз считается. А если у тебя есть возможность, два мечети есть, здесь можно намаз делать и здесь можно намаз делать. Здесь не считается намаз, как имам Ахмад, рахима Аллаху Та'аля, сказал. То есть мечеть Ахли Сунна, есть мечеть Ахли Бида. Если сделал мечеть Ахли Бида, намаз не считается. Почему? Потому что у тебя выбор был сделать намаз за Ахли Сунна. А если не было выбора, то намаз считается. Однако, нежелательно и запрещается в своей основе сделать намаз за мубтадиа. Второй вопрос. Можно ли делать джаназа намаз за мертвым мубтадиа? То есть был мубтадиа, умер он. Вот можно ли встать на его джаназа и делать намаз? Это тоже вопрос касательно нашей темы. Если человек умер кафиром, то есть он в своей основе кафир, или был мусульманином, стал муртадом и умер на этом, или сделал бид'а, которые выводят человека из ислама, и по этой причине ему сделали такфир, как многим этим
людям из сектантов сделали такфир и убили их за бид'а. Как этот Джаад ибн Дирхам, есть один основополагатель этих джахмитов, есть человек, которого звали Халлядж, и есть много были сектанты, которых убили халифы за их бид'а. Такфир сделали и убили. За таким человеком абсолютно нельзя намаз делать. Над таким человеком джаназа намаз нельзя делать абсолютно. Это одно основа. Вторая основа. Если человек делал бид'а, если человек бид'а делал, однако, который не выводит человека из ислама, ему такфир не вынесли, он не был муртаддом, однако бид'а делал, заблудший был человек. Человеку, который является имамом, ученым, тем человеком, за которым люди следуют, ему следует не делать намаз над таким человеком, джаназа намаз. Для чего? Цель, опять-таки, в чем заключается? В том, чтобы люди оставили это бид'а. Чтобы они знали, если будут они бид'а делать и умрут, над ними тоже не будут ученые делать намаз, и имам тоже не будет над ним намаз делать. Однако, простые люди обязаны над ним джаназа намаз делать. Почему? Потому что это является фарзуль кифая. Если он являлся мусульманином, над ним обязаны мы намаз делать. И нельзя его похоронить без джаназа намаз. Поэтому определенная группа людей делает на него джаназа намаз. Однако ученому, имаму, тем людям, за которыми люди следуют, желательно над такими людьми джаназа намаз не делать. Для того, чтобы люди увидели. Чтобы они тоже взяли от этого урок, что когда они умрут, над ними тоже ученые не будут намаз делать. И богобоязненные люди тоже не будут над ним намаз делать. Это то, что касается намаза за мубтадиам и намаза над мубтадиам. Вот такова позиция Ахли Сунна валь Джамаа в этом вопросе. Акулу каули хаза ва астагфиру Аллаха ли ва лакум, вальхамду лиллахи раббиль аламин.